Петр Александрович, мы здесь встретились с вами как раз в дни ноября, когда 100 лет назад произошли такие знаменательные во многих смыслах события. Вот. И в связи с этим хотелось бы с вами на эту тему поговорить. И первый вопрос мой будет такой. Сами большевики называли эти события как Октябрьским переворотом. А слово же «Октябрьская революция» появилось гораздо позднее. И что же на самом деле, как вы считаете, тогда произошло? Понятно. Видите, для того, чтобы как-то обсуждать и как-то реагировать на события столетней давности, действительно не последнее, а скорее первое дело каким-то образом обозначить, маскировать происшедшее, найти для него адекватное понятие. Ну, скажем, это понятие давно, раз и навсегда, сомнений тут быть не должно, да, произошло по поводу Французской революции 1789-1793 года. Это была революция, с этим все согласны, как бы к ним не относились, к этой революции не относились, а к ней относились по-разному, не только в ее период и в ближайшие после нее годы, но и до сих пор. Некоторые разногласия существуют, при том, что, конечно, как позитив, оно воспринимается громадным большинством западного интеллектуального сообщества. Так вот, мы здесь, в известном смысле, находимся в ситуации, прямо противоположной тому, что имело и имеет место быть во Франции. Действительно, сегодня существует такая раздвоенность обозначения. Для кого-то сегодня разговор должен идти об Октябрьском перевороте, для кого-то об Октябрьской революции, даже о Великой Октябрьской социалистической революции. Причем вот в отличие от того смысла, который вкладывали первоначально большевики в словосочетание «Октябрьский переворот», в отличие от него, сегодня это словосочетание звучит уничижительно. Да? То есть по знаком того, что на революцию происшедшее как бы и не тянет. А вот кто обозначает ее как революцию, там в скрытом или явном виде ее принять, хотя бы частично, хотя бы в чем-то. Но вот тут-то как раз, понимаете, все дело в том, что выбрать между этими двумя словосочетаниями чрезвычайно трудно, потому что наше осознание, наше восприятие происшедшего 100 лет назад, оно вот слишком смутно, слишком противоречиво, и здесь смыслы наслаиваются друг на друга, там раздваиваются, да, погружаются в какую-то невнятицу. Поэтому слово-то подобрать вряд ли сегодня удастся, да и завтра тоже. Единственное, для начала, на что бы я хотел ваше внимание обратить, так это на то, для начала, что мы-то с вами до сих пор слово «революция», скажем, воспринимаем как то нечто самоочевидное. Сказал «революция», и вроде бы всем все понятно. На самом деле, от этой ясности мы очень далеки. Но, знаете, я, например, скажу сейчас, видимо, с излишним радикализмом, что у меня сильное подозрение, что, вообще-то говоря, революция в строгом и точном смысле слова была только одна. Это французская революция. Для кого-то она великая французская, для меня она тоже просто революция, потому что и других не было. Была ли наше событие октября-ноября тоже революции? Я сказал, у меня на этот счет сомнения. Почему? Ну, потому что вот какое-то элементарное обращение, уточнение понятия революции приводит меня к следующему. Знаете, первый тезис. Революции до 1789 года в Европе, тем более в остальном мире, никогда не было, они были невозможны. Что было? Были перевороты, были заговоры. Да? Но революция – это и не заговор, и не переворот, и не бунт, еще, кстати, очень важная вещь, потому что в ней обнаружилось нечто действительно доселе небывавшее. Ну вот, скажем, мы, русские люди, столетиями были людьми или какой-то безусловной, приниженной перед властью покорностью, да, покорности людьми, или же, да, русский человек, особливо крестьянин, это человек бунта. Так вот, революция
это нечто третье, это не заговор, да, и не, и тем более не бунт. Вот она каким-то странным образом сочетает то и другое. Вообще революция, как я это понимаю, без бунта невозможна. Да? Если мы решим, что революция – это некий стратегический замысел, видите ли, там вот какой-то там революционной партии, которая осуществляется в соответствии вот с некоторым фундаментальным проектом, это все иллюзии или сознательные подтасовки. Революция произошла во Франции, и некоторые ее подобия в других странах, да, они как с неба свалились. Потому что никто вчера не ожидал того, что произойдет сегодня. И вот если то, что произошло, скажем, в октябре старого стиля, в ноябре нового стиля, в 1917 году рассматривать под знаком только что сказанного, то смотрите, действительно, когда большевики берут власть в Петербурге, ну, тогдашнем Петрограде, когда они штурмуют, ну что штурм, это слишком сильно сказано, Зимний дворец, это действительно переворот. Потом начинается так называемое шествие советской власти, да, от города к городу. Это все длящиеся перевороты. Это еще не революция. Что-то от революции, да, начало себя давать знать, когда на большевистский переворот Россия ответила бунтом. Бунтом прежде всего солдатским, да, бунтом крестьянским, бунтом рабочих. А бунт — это торжество хаоса, стихии, бунт, это реальность такая бесформенная, да, ну не говоря о том, что она страшно жестокая, безответственная, да, невменяемая. И вот, собственно говоря, большевикам удалось удержать власть в 17-м и последующих годах не потому, что они совершили переворот. Этот переворот мог бы закончиться через несколько недель ничем, а потому именно они остались у власти, что бунт им удалось обуздать. Что бунт этот, да, на этот бунт они ответили тем, что возглавили его. Они не стремились особенно, да, этот бунт подавить, да, как-то его оформить. Для начала, в течение нескольких месяцев, они только разжигали костер. Но ведь вот какое дело, понимаете? Бунт – такая вещь, которая тяготеет к самоиссеканию. Бунт, он ведь... Это действительно такое буйство, такая оргия, от которой устают сами их участники, а главное не то, что они устают, а то, что все больше настойчивым становится вопрос, а дальше что, а как с этим быть? Более того, да хоть бы кто-то нас урезонил, потому что если мы дальше будем так жить-быть, то придем к полному саморазрушению. И вот большевики сумели обуздать вот этот бунт пушкинское знаменитое «бессмысленный и беспощадный», да, не просто возглавив его, а придав ему, не отрицая его, ощущая его правду, придали ему некоторую форму. Но форма эта стала большевистская диктатура. Да. Вот сочетание заговора и бунта, да, когда заговор перерастает в бунт, да, а потом бунт опять-таки оформляется заговорщиками, это имело место быть в России 17-18 года. Но почему у меня все-таки сомнения по поводу того, что это революция? Ну, вы знаете, если мы будем брать французскую революцию, это действительно переворот всей общественной жизни Франции такого рода, когда Франция стала безусловным лидером всего остального европейского человечества, когда Франция задавала тон буквально во всем. Но тут ярчайший признак того, что какой-то мощный сдвиг произошел в пользу Франции, это то, что Франция разгромила или нанесла существенные поражения тем державам, да, где еще царила безоглядно монархический строй, да, когда французский солдат оказался лучшим в Европе. Когда вчерашние крестьяне обнаружили себя не просто прекрасными солдатами, но и могли сделать себе карьеру достаточно крупных, в качестве достаточно крупных военачальников. Да? То есть произошел какой-то сдвиг, какое-то повышение, ну, уровня, так сказать, исторического бытия целой страны. Ну, а с нами гораздо сложнее. Да? Смотрите,
Фактура очень простая. Наша так называемая Красная Армия к концу гражданской войны насчитывала, вот по разным данным, но не менее 4,5 миллионов человек. И вот эта армия, да, она сумела проиграть так называемую Советско-Польскую войну. Поляки двинули против нас свои силы, да, и не просто разгромили армию Тухачевского там, да, под Варшавой, но и отбросили нас далеко назад. И численность польской армии, она, конечно, была на порядок ниже, чем вооруженные силы Советской России. И Советская Россия ничего не могла с этим сделать, потому что наша армия была, в общем-то, в огромной степени, да, сбродом, красным сбродом. Она могла победить белые армии, так называемые, ну да, потому что на порядок больше численности была в военных столкновениях, как правило, да. И вот Ульянов, да, в общем-то, спокойно, с чистой совестью после окончания гражданской войны сократил большевистскую армию в 9 раз. Потому что все остальное было только некоторым отягощением. И вот если Россия, я взял только пример армии, вышла в результате этого переворота вот на такой уровень вооруженных сил, да, на такой уровень цивилизованности, так называемый, вот здесь, знаете, начинают проступать такие подозрения, что вот в происшедшем, при том, что от революции и заговор, да, и бунт, и то, что бунт удалось обуздать некоторые организации, да, все это действительно признаки вроде бы революции, но а дальше? А дальше появляется признак, знаете, какой-то варваризации, какого-то ниспадения вниз, да, какого-то полуодичания. И если это совместимо с тем, что мы называем революцией, ну, знаете, значит, есть революция. Значит, само понятие становится уж слишком растяжимым, а значит, и его смысловая наполненность невнятна. Поэтому вот я повторю, с чего начал, я развожу руками. Произошло что-то, да, но для России страшное, неизжитое, может быть, необратимо катастрофическое, мы этого пока еще не знаем. Да. И вот с этим великим нечто мы пока еще живем. И мы, в общем-то, знаете, действительно, отмечая эту дату, не способны оказались договориться, что мы именно отмечаем. Это для нас уже становится обычаем. Я вот позволю себе сослаться еще на один только пример. Знаете, вот несколько лет назад отмечалась другая знаменательная дата, да, 400-летие. Вот 400-летие чего? Понимаете, господствующая формулировка династии Романовых, да, осторожный дом Романовых. Но что такое династия? Династия – это правящая династия. Да? Она правила действительно 300 лет. 100 лет с небольшим назад отмечалось 300-летие династии Романовых, а сейчас и не назовешь, что это 400-летие дома Романовых, потому что дом – это некоторое единство. Да? Дом – это некое подобие большой семьи. Но нынешние Романовы живут в разных странах. Нынешние Романовы часто говорят на разных языках. Они не знакомы друг с другом. Они потеряли ощущение всякой вот такой общности и родственности. Поэтому то, что надо было отмечать несколько лет назад, можно было бы обозначить, в отличие от 17-го года, более точно. Да? Мы могли отмечать только, да, 400-летие восшествия первого из Романовых на престол. Мы могли отмечать только 400-летие появления в России и русской истории династии Романовых. 400-летие отмечать было бессмысленно, нечего было отмечать. Вот на этот счет мы не договорились. Это вещь сравнительно легкая и безобидная. С революцией, так называемой, или с Октябрьским переворотом гораздо сложнее. И вот вы здесь затронули, да, Францию, французскую революцию. Ну, совершенно логично и естественно. И вот в связи с этим хотелось спросить о том, что такой вопрос задать. В России большевики, революционеры постоянно делали отсылку к французской революции. Ну, само слово взято оттуда, и в том числе и атрибутика, названия комитетов революционных, там, трибуналов, там, революционных должностей, да. Не есть ли в этом некая пародия? Можно рассматривать это как пародию? А с другой стороны, если немножко расширить этот такой двойной вопрос, есть ли в этом вот
в том, что происходило в России, схожесть, скажем, с тем, что было в Берлине, в плане брожения? Ну, видите, давайте начнем с первой половины вопроса. Если большевики пришли к власти, да, они себя заранее обозначали как революционеры. Французская революция была уже к тому времени очень длительное время, больше 100 лет, да, как некий такой, ну, какая-то норма, какой-то идеал, какой-то ориентир для известных слоев населения европейских стран. И действительно, вот революционализм, революционные доктрины, революционная устремленность – это факт далеко не только России. В России, как представлялось большевикам, революция удалась, и им, конечно, нужно было, вот, обозначая свою революционность и Россию как страну, победившую революцию, нужно, можно, и, наверное, без этого было не обойтись, да, и как бы вот разыгрывать сценарий французской революции. Но на самом деле этот сценарий разыгрывался в огромной смысле, в огромной степени словесно. Да? Но вот знаете, мало кто сейчас на это обращает внимание, большевики после прихода к власти некоторое время обсуждали вопрос о том, чтобы начать новые исчисления. Да? Вот, первый год революции, второй год революции и так далее. Это же была попытка сделать кальку с французской революции. Французы-то умудрились, да. Первый год республики, второй год республики, третий год только Наполеон отменил вот эту вот, да, эту хронологию. Здесь срабатывало не просто подражание Франции, здесь дело, пожалуй, что и глубже. В чем здесь состоит, ну, проблема? Ну, в том, прежде всего, что революция претендует на то, чтобы отменить историю, да? Все предшествующее историческое время, подразумевается это, или прямо декларируется, не так уж важно, все предшествующее историческое время, в лучшем случае, ему присваивается достоинство предыстории. Настоящая история начинается с революции. Такой пафос был у французов, да, несомненно. Да, они не случайно разделили свою историю на историю старого режима, да, и вот, собственно, новую республиканскую Францию противопоставили ей. У нас такого рода, ну, пародий или стилизаций было преизбыточно. Но, понимаете, вообще-то между французской революцией и тем, что произошло у нас, была огромная разница. В каком смысле? Самое существенное. Французская революция, вспоминаем, да, свобода, равенство, братство, да. Либерте, эгалите, фратерните. И вот в этой священной триаде, конечно, главенствовала свобода, либерте. Пафос свободы – это как бы смысловая стяжка французской революции. Если взять октябрь и последующее время, да, у нас, если вы посчитаете соответствующие документы, там, решения не просто съездов партии, но и советов всероссийских, да, там тема свободы, если и звучит, то только как освобождение от угнетения. Там свободы как чего-то утвердительного нет. Там подавить эксплуататорский класс, да, там лишить их всяких привилегий и собственности, да, если и есть что-то от французской революции, так это как бы дух равенства. Но дух равенства не за счет того, чтобы поднять низшие классы до уровня высших, на что претендовали французы. Они как бы подразумевали, теперь должен каждый француз быть вровень дворянину. Да? А у нас было другое, да, совсем. Нынче господ нет. Да? У нас был эгалитаризм, уравнивание, вот как бы понижение всех до уровня, да, низового, до уровня простого рабочего, у рабочего здоровый инстинкт, у него классовое чутье, да, он лишен собственности, а значит, не развращен ею. Все должны быть вот там, внизу, равны. У французской революции такого вот эгалитаризма снижающего не было. Да. И в этом
смысле, да, конечно, да, мы да, обрежались в одеяния французской революции, мы присваивали знаки французской революции, мы были от нее очень-очень далеки. Ну, а если говорить о так называемой ноябрьской революции в Германии, да, о том, что последовало после крушения Второго Райха, то там, знаете, родовые черты вот этого Октябрьского переворота или того, что у нас произошло годом раньше, чуть больше, да, они начинали проявляться, потому что когда восстали в Киле матросы, да, вот, имперского флота, когда начались по всей Германии забастовки, стали создаваться советы, всякого рода комитеты, начало твориться нечто очень напоминающееся то, что у нас происходило. Да? Откуда-то взявшиеся люди, без роду, без племени, начинали верховодить там в армии, да, на заводах, в органах власти, распоряжаться всем бессудно и так далее. Такая начиналась стихия. Видите, в Германии, в этой Германии, которая для нас ассоциируется с дисциплиной, с ответственностью, да, с послушанием и так далее, да, вдруг в Германии запахло этой самой революционной Россией. Вдруг оказалось, что они не так уж далеки от нас. Но отличие между нами грандиозно именно в том плане, что вот этот революционаризм, вот эта вся советскость, этот вызревающий в Германии большевизм был относительно легко подавлен. Они не пошли по нашему пути. Сказать, что они выбрали себе достойный другой путь, да, который вызывает симпатии, я этого не могу, потому что так называемая Веймарская республика – это очень тяжелая, очень малосимпатичная, да, действительно вызывающая тяжелое чувство образования. Но, слава Богу, все-таки не большевизм во второй редакции. Да, вот. Начало напоминало, потом все-таки пути, слава Богу, разошлись. А вот... Знаете, многие говорят о том, что все те события, которые, ну или атмосфера, которая предшествовала революции, в некотором смысле оправдывает, ну не то, что оправдывает, а обусловливает то, что произошло. Но там самое, если говорить о культуре, это Серебряный век, такой декаданс. Хотя можно вспомнить и тут то же самое Францию, где примерно подобные же вещи были в поэзии, вот, и не только, и тем не менее результат совсем иной. И вот если говорить о нашей культуре и русской литературе, в частности, ведь вторая половина, по крайней мере, 19 века практически молчит о власти, да, молчит об императоре. И даже вот если вспомнить более ранний период Пушкин, я верю, вдруг взойдет она звезда пленительного счастья, и на обломках самовластия напишут наши имена. И вот за этим стоит такое какое-то, ну, презрение. Презрение к этой власти, презрение к этому вот самодержавию, которое правителям видимо, которое не понимает, не чувствует, что происходит на самом деле. Здесь я могу какую-то параллель для себя провести, чтобы мне более понятно сравнить с временами позднесоветскими, когда примерно так же воспринимали советскую власть, смеялись над ней молодежь, эти вот агенты безопасности следили за какими-то стилягами, там, хиппи, и это все вызывало и презрение, и смех. Вот, и получается, что... Ну да, можно сказать, в войне, у Лев Толстой в «Войне и мире», да, упоминает, там пишет как раз об императоре, но императоре совсем другом. То есть нету ни Николая I, нету ни Александра II, освободителя, ни Александра III. Да. Видите, ну давайте для начала уточним ситуацию с Пушкиным. Вы вспомнили о том, что на обломках самовластия напишут наши имена, а я вам приведу в качестве контрпримера более позднее стихотворение. Да. Или русского царя уже бессильно слово, да, или нам с Европой утягаться ново, или русский от побед отвык, или мало нас, или от Перми до Тавриды, от хладных финских скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая –
стальной щетиной сверкая, не встанет русская земля, встанет под, да, под знамена своего царя. Если такое у Пушкина. Вот Пушкин последний из великих русских, да, писателей, который ощущал вот эту, ну, некоторую раздвоенность. Да, у него было и недовольство самодержавием, и в каком-то смысле презрение к нему, но у него было еще живое чувство, да, что это Россия с ее историей, какой нам ее Бог дал. Это опять его слова. Да. Так вот, у него было действительно вот это самое важное, да, что как бы нас не удовлетворяло самодержавие, но не попасть бы в ситуацию, что мы с водой выплеснем ребенка. Потому что, а дальше что? А как дальше? Ну вот очень простая вещь. Победивший декабризм, а многие из декабристов у меня вызывают просто, ну, так, умиление, самое горячее приятие. Да? Ну, представьте себе победивших декабристов. Этим вопросом задавались многие историки. А что было бы, если бы? Ну, во всяком случае, было бы ужасно. Все было слишком отдавало бы распадом России. Россия должна была быть сохранена, как империя. Да? И вот, собственно, равнодушие русского литератора, а он властитель дум, да, а он представитель Союза за культуру, его равнодушие к имперской России, не просто к имперскому величию, да, а к тому, что, ведь, понимаете, очень простая, не очень простая, но очень для меня важная вещь. Прежде чем возникнет великая русская литература, великая русская культура XIX века, возникнет Российская империя. Понимаете? Если бы не было империи, так я скажу, да, то не было бы великой русской литературы. Потому что за империей, за имперским духом стоит не просто так называемый милитаризм, его особенно может и не быть, да, не просто государственное величие, а имперскость – это еще редкий дар, это вселенский дух, это такая, сказать, светская экуменичность, да. Ощущать себя принадлежащим к имперской культуре – это значит находиться в ситуации, ну, используя слова Гоголя, когда все вдруг стало видно во все концы света. Да, это широта взгляда, это ощущение себя пребывающим в мире как таковом. Это дает империя. Да, империя наша, начиная с царствования Николая I, да, разлагалась. Империя теряла всякое обаяние в глазах интеллектуальной элиты. Не люблю это слово, сразу не подобрать, да, или художественный. Но вот не возникало очень важной вещи, да, не возникало вот этого ощущения, страшно за Россию. Ну хорошо, и империя изживает себя, да, но ведь все-таки, да, а как же без империи? Что? Сразу чистая демократия по западному пути, но это опять-таки развал России. Для того, чтобы нам стать, скажем, демократией буржуазного типа в конце 19-го, начале 20 века, надо было иметь граждан. Да? Демократия соотнесена с гражданином. Его у нас нет или почти нет. Поэтому демократия в чистом виде катастрофична. И если самодержавие, так называемое, если императорский режим делает одну глупость за другой, если он бездействует, если он попросту разлагается, ну, звучит, может быть, слишком сентиментально, понимаете, его надо и обуздывать, да, и пытаться как-то ограничить, и любить его, и жалеть его. Ну, вот фигура государя-императора Николая II, вот это доктор Оселок, понимаете, такое, Оселок, на котором можно проверить ситуацию. Николай II, государь совершенно никудышный. Николай II своей бездеятельностью, да, она могла быть мягкостью, да, бездеятельность могла быть каким-то доброжелательством, да, она могла быть любовью, несомненной в нем, любовью к России, какой-то по-своему понимаемой ответственностью перед ней. Да, вот, ну, и эта фигура, которая делает, кажется, все, что только можно, для того, чтобы не императорский режим, Россия как империя рухнула. С этим надо что-то делать. Да? Но, знаете, относиться с презрением к государю, ждать это свержение монархии в России, ждать и способствовать этому, да, установлению республики, это просто не ведать, что творишь.
И ведь, смотрите, наш серебряный век, так называемый, да, в русской культуре, прежде всего в литературе и в поэзии, да, но отчасти живописи, философии, и уж, конечно, театр здесь нельзя миновать, да, наш серебряный век – это расцвет культуры на фоне какого-то усугубляющегося упадка российской государственности. И к этому упадку мы, простите, наши так называемые деятели культуры относились, ну, не то чтобы совсем безразлично, они относились к этому, ну, как-то мистически, да, это вот такая судьба России, что-то грядет, какое-то вот-вот разверзнется неведомое и, видимо, страшное будущее, с этим ничего не поделаешь, никто ни за что толком не отвечает. Вот такое, знаете, русский деятель Серебряного века, если не прямо поражение с рода человеческого, то, во всяком случае, поражение в отношении своей страны, своего народа. Вот это все ведет к тому, что мы называем Октябрьским переворотом или Октябрьской революцией. А самое чудовищное, да, вот в этом перевороте, действительно то, что он произошел во время войны. Война 14-го для нас, 17-го для остального Запада, 14-18 года, ну, знаете, до сих пор для меня очень тяжелый вопрос этот, да, не просто проигрыш этой войны, а национальный позор. Мы проиграли эту войну не просто, да, уступив более сильному противнику, да, мы бежали с фронта, мы разложились, мы отказались от самих себя. И если это произошло, да, то, конечно, на одном полюсе это слабость режима. И государь несет за это прямую ответственность. И он, в общем-то, не способен был руководить ни русской армией в качестве верховного главнокомандующего, ни государством в целом. Здесь, в общем-то, его бездеятельность, его апатия, да, его милая ласкающая улыбка – это все к погибели. Но, понимаете, с каким восторгом приняли революцию, да, с каким, февральскую, я имею в виду, так называемую февральскую революцию, да, как приветствовали наступающую свободу во время войны. А ведь мы плохо помним, что во время февральской революции, вернее, после нее, я уж буду употреблять это словосочетание, начался распад Российской империи, да? Отделяется Финляндия, начинается движение на Украине, которое пока еще под знаком широкой автономии, с явным прицелом на независимость. И по национальным окраинам Российской империи это движение нарастает. Да? Начальство ушло, мы теперь предоставлены самим себе. Да? И вот если государство переворот произошел в феврале 17 года, ну, знаете, задним числом волосы стоят дыбом, да, ну, какая она не есть империя, ну, надо же держаться, но все же остальные страны держатся, да, за Антантой будущее, инстинкт подсказывает, что надо выстоять, выдержать, и Германия обречена, и Германия уже в 17 году знает, что она обречена, она еще будет себя подбадривать и находить себе какие-то утешения, и себя оболванивать тем, что вот сейчас мы выиграем очередное сражение и повернем ситуацию в свою пользу. Но где-то в глубине души, на каком-то вот этом экзистенциальном уровне все понятно, проиграли, и надо держаться, да. Мы предпочли, да, так, освобождение от императорского режима, да, которое было тождественно гибели России. И в этом смысле, да, вот эта февральская революция и Октябрьский переворот, да, связаны как бы неразрывно. Октябрьский переворот стал возможен только благодаря февралю. Октябрь, да, дитя февраля, именно своим бессилием, своим прекраснодушием и безответственностью. Да, и там уже пошло разложение армии, вот эти знаменитые, да, митинги в армии, которые вообще невозможно представить как-то в армии. Да, ничего более позорного, конечно, себе вообразить нельзя. Да, да, ну вот... Все-таки интересно получается, что действительно в Европе происходили же схожие процессы. Было недоверие народа к монархии, к монархам, но привело к совершенно разным результатам. И в России в этом плане была частью семьи народов, и те процессы, которые были
Европе были в России, они были общими, но потом уже, после революции, Россия действительно пошла своим путем. Вот, тут нужно много пояснений. Ну а так вот, если вернуться к тому, что было перед революцией, и вот момент власти империи, можно ли сказать, что императоры один за другим множили непонимание того, что происходит в стране на самом деле? Этим индикатором, в данном случае, вот я процитировал Пушкина, скажем так, как сейчас это говорят, творческая интеллигенция, интеллектуальная элита, вот, и для нас сегодня. И вот Ленин, которого, наверное, нехорошо цитировать в каком-то положительном ключе или ссылаться на него, но вот он возмущался тем фактом, когда Николай II, я не помню, в каком году была перепись, сейчас вот запамятовал эту дату. Это последние годы 19 века. И Ленин возмущался, как это, 20 век, на пороге 20 века, он подписывает «Хозяин земли русской». Николай II. И здесь, честно говоря, вот у меня снова возникает некоторое возмущение уже сейчас. Да что же это такое? Правда. Как же так? Какой это хозяин земли русской? Российский император был самодержцем, да? Вот. Его слово могло иметь силу закона. Но хозяином земли русской он никогда не был. И это бестактность величайшая. Знаете, кто хозяин земли русской? Господь Бог. Другого хозяина у нее нет, но он не хозяин, но он Бог, да, он творец неба и земли, видимых же всех и невидимых. Нет, у Руси хозяина никогда не было, и если Николай Александрович позволил себе такое написать, то написал, ну, конечно, не от большого ума, от какого-то легкомыслия и самодовольства, но главное, конечно, что за этим стоит. За этим стоит ощущение, что будет все как при отце, что империю надо укреплять, ничего не меняя. Вот здесь катастрофизм, конечно, прорисовывается. Видите, какая вещь? Русская история 19 века, да, в плане ее соотнесенности с нашими государями, знает такой устойчивый ритм. Я его сейчас очень кратенько перечислю. Да. Если царствование Екатерины II было, так сказать, либеральным, мягким царствованием, то царствование Павла I было жестким, жестоким, тираническим. Да. Дальше наступают времена Александра I, он заявляет, что все будет как при августейшей бабке. Да, он тоже разыгрывает карту либерализма вначале от всей души, так и с полной искренностью. Потом наступают жесткие времена Николая I. Да. Жесткие времена Николая I сменяются, опять-таки, либеральностью политики и царствования Александра II. Александр II корректируется Александром III, который, в общем-то, в известном смысле хотел бы вернуть времена Николая I. Который хочет царствовать в России, как оно и положено, как оно от века повелось, да, в качестве самодержца абсолютного монарха. И вот, собственно говоря, после преждевременной и, наверное, в чем-то прискорбной все-таки смерти, да, Александра III, вступает на престол его совсем еще молодой сын. И вдруг заявляет вот этим хозяином земли русским и многими другими жестами, что все будет как при отце. А ритм-то предполагаемый, да, вот, так сказать, порядок навел, какую-то жесткость продемонстрировал, а очередь сына либерализация, смягчение режима, да, вот, как бы сказать, вот вожжи уже не могут быть так сильно натянуты. А Николай II с полной беззаботностью хочет продолжить царствование своего отца. Это порождает невероятное напряжение и полную безнадежность. Вот, более, вот здесь, понимаете, уже зависть катастрофы его царствования. Он сам сбил этот ритм и сам заявил, да, что его воля хочет вот катастрофы. Сам, может быть, об этом и не подозревает, но к этому делу идет, конечно. У вас такая проскочила фраза критическая относительно демократии. Как-то вы сказали, в чистом виде она, да, как-то... Можете пояснить этот момент? Ну, видите, русская государственность должна была эволюционировать в сторону
да, так называемой либерализации. Русская государственность должна была перестать быть самодержавной. И назревающая катастрофа была только подчеркнута тем обстоятельством, что манифест октябрьский 1905 года государя-императора, который вводит какие-то права для Государственной Думы, да, вот, Госсовет, Государственный Совет перестает быть чисто назначаемым и так далее. Да. Вот, собственно, получается, что какие-то либеральные уступки вырывают у государя. Да, выигрышная ситуация может только одна – дарование. Манифест 19 октября был дарован, но это и хорошая, да не очень хорошая мина при очень плохой игре. Да, а вот в какую сторону двигаться надо? Конечно, надо двигаться было в двух направлениях. Вот это народное представительство, Государственная Дума, да, части Государственный Совет, да, и местное самоуправление. Вот если Государственная Дума действительно избираемая при всей ограниченности ее полномочий, это шаг в сторону, да, режима современного типа. Местное самоуправление – это тоже мощное ограничение самодержавия. Вот эти два шага сделаны, да, а дальше это шаги не установления демократии, но это шаги движения в сторону демократии. И, например, следующие какие могли быть? Ну, вот решающее значение мог бы иметь такой шаг. Видите, после 1905 года, при том, что правительство обладала достаточно широкими полномочиями, у нас председатель правительства, комитета министров, да, он не возглавлял правительство, да, вот, он, министры очень часто выходили напрямую на государя, и глава правительства – это чисто номинальная фигура, да, это не удавалось быть главой правительства до конца даже такому великолепному государственному деятелю, как Петр Аркадьевич Столыпин. И уж, конечно, как граф Каковцев здесь был очень слабая фигура. Ну, а вот если бы премьер-министру давали бы какое-то право действительно руководить комитетом министров, если бы, еще более важно, если бы комитет министров был ответственен перед Государственной Думой и назначался и Государственной Думой, вот это было бы еще одно мощное ограничение самодержавия. Да? Ну, а и земства, наше самоуправление, там назревали очень конкретные, сейчас не буду о них говорить, очень конкретные шаги. Вот движение в эту сторону, да, это было бы движение, ну, в общем-то, в чем-то по английскому варианту. Англия ведь чем, да, совершенно завидная страна. Исключительная во всей Европе, если брать великие народы и великие культуры. А Англия как была королевством, так и осталась. Да? И движение в сторону ограничения королевской власти, до тех пор, пока она стала абсолютно, эта власть, номинальной, это движение прошлось без катаклизмов, без всяких кризисов. Вот что оставалось пожелать России. Да? И наши государи могли бы делать шаги в этом направлении. Это было для них единственное возможное для того, чтобы династия сохранялась, для того, чтобы фигура государя оставалась почитаемой, оставалась символом России и так далее. За государем можно было оставить, скажем, руководство, да, и ответственность перед ним военного министерства, да, в сильной степени министерства внутренних дел, ну, естественно, жандармский корпус и так далее. Ну, вот эти ходы очень важны. Да? Государь, да, с его государственным аппаратом в этом направлении ничего не делали. То, что из них вырвали, то вырвали. Дальше начались ограничения. Да? У государя-императора не было ни малейшего ощущения того, что теперь его власть ограничена. Да? Есть Дума, которую он страшно не любит, да, и которую он по-прежнему тасует совершенно безответственно, но он как бы по-прежнему, в его представлении, по-прежнему самодержец, которому несколько ставят палки в колеса. Это он, его власть по-прежнему самодержавна, хотя и осложнена рядом моментов. Это очень тяжелая вещь. А если говорить, ну, о государственной императрице Александре Федоровне, ну, там дело совсем плохо. Вот, казалось бы, она все-таки, да, воспитанница королевы Виктории. Она все-таки, да, немка, может быть, и по крови, но по воспитанию она скорее англичанка. И вот как она была инфицирована, да, пребыванием в России, как она преисполнилась этого русского духа, с какой легкостью она ощутила себя, да, женой самодержавной,
сердце абсолютного монарха, удивляться приходится. А здесь очень при ее влиянии на государя здесь начинались очень тяжелые вещи. Да? А это, если государь по-прежнему ощущает себя слегка ущемленным в своих правах самодержцем, это значит, что дистанция между властью, между империей, между имперским режимом и обществом все время увеличивается. Да? Очень неприлично в 20 веке относиться лояльно и подчеркнуто лояльно к императорской власти. Да? Очень дурной тон быть монархистом среди, так сказать, интеллектуальных и художественных верхов. Это вещь не последняя, она что-то обещает. Что-то обещает что-то катастрофическое. По поводу Владимира Ленина. Есть различные мнения по поводу этой фигуры. Некоторые склонны его демонизировать, то есть относиться к нему как к фигуре такого абсолютного зла. Другие же склонны считать его таким представителем, очень банальным. Ну, я вспоминаю, например, воспоминания, дневники Горького, где он пишет как о своей первой встрече с Лениным, как он в толпе не мог различить, что это Ленин. И он этим, наоборот, восхвалял, этим восторгался, что он прост. Свой среди своих. Да, что настолько он, да, свой и прост, что даже не отличить, что это. Где здесь подобие правды? Ну, понимаете, вы мне задали вопрос, который требует очень длительного ответа. Да, здесь проблема самого общего характера, понимаете, 20 век, ведь он чем отличается? Тем, что в нем, в этом веке, да, в ряде случаев, решающей значимости случаев, да, самую заметную роль играли люди вполне заурядные. Понимаете, ведь мы воспитаны, так сказать, на каких-то романтических клише. Мы говорим, что если человек сыграл выдающуюся роль, значит, он выдающийся человек. Если вокруг него вертится несколько лет или несколько десятилетий событий, это не зря, значит, он необыкновенно незауряден, он выдающийся, может быть, он великий, да, Гитлер, помилуй Господь. Гитлер, да, конечно, это зло и очень страшно, но он гений зла. Понимаете? Ну что же, давайте вспомним Пушкина. Секулярный Люцифер. Ну, секулярный Люцифер. Гений и злодейство – две вещи несовместные. Эта фраза очень заслуживает ее промысливания. Да? И вот 20 век и породил такие реалии. Да? Совершенно заурядный Ленин, да? Да, абсолютно заурядный и малообразованный Сталин, так называемый. Мне их имена-то произносить тяжело, понимаете. Гитлер, глубочайшим образом бездарный, пошлый человек, да, с явно выраженными психопатическими элементами и моментами. Да. И вот, конечно же, они великие. А кто противостоит Гитлеру, например? Да? Гитлер противостоит Черчилль. Ну, вот есть Гитлер и есть Черчилль. Есть Гитлер, Сталин, Черчилль. Есть Рузвельт. Да? Но понимаете, дело в том, что Черчилль, я не знаю, можно ли его называть великим государственным деятелем, но он очень крупный, он выдающийся. Да? Черчилль – это первый ряд политиков, да? Это что-то настоящее. А с этим самым так называемым Лениным, да, с Ульяновым, там ведь, понимаете, ну какой для меня критерий? Вот представьте себе, что не было бы революции. Господь бы нас миловал, и она прошла мимо. И кто бы из историков, я не говорю про простых смертных, нас знали о том, что вот этот маленький лыжник с бородкой, да, когда-то существовал и написал там множество томов своей какой-то такой, да, странной, тощей, да, публицистики. Никто. Вот его выдвинули события, да, и вся его, так называемая, незаурядность, она в какой-то такой простодушной безоглядности, понимаете. Вот какая-то душевная простота и скудость делали его чрезвычайно цельным и безоглядным в своих действиях, да, и вот в этом видели величие. Ну, скажем, преимущественно товарищ Джугашвили перед своими соратниками, да, это готовность безоглядно убивать, терроризировать, знать только власть, она альфа и омега, с нее все начинается и все заканчивается, да, никакие репрессии, ни малейшего у него сомнения не вызовут, а если вызовут, то только с чисто прагматических, но никак не нравственных или религиозных соображений, и, конечно, он великий, потому что вот он ни на что не оглядывается.
меняется. Да? Все, что такое в сравнении с ним Троцкий? Да? Троцкий, конечно, бы еще оглянулся, а Бухарин бы еще чего гляди и заплакал бы. А у этого скупая мужская слеза никогда не сойдет с глаз. И вот, знаете, отличие между, скажем, Бухариным, ну, беру, так сказать, наугад почти Бухариным, Троцким и Сталиным в том, что последний из них для нашей матушки России означал репрессию миллионов, да, если бы был Троцкий, репрессия коснулась, наверное, бы десятков тысяч, а если бы Бухарин, возможно, только тысяч, да, а вот эти более мягкие, более, как мы привычно говорим, интеллигентные, а здесь безоглядная такая азиатчина, да, горец, да, и широкая грудь осетина, помните эти строчки Мандельштама, да? Ну вот, конечно, он миллионы уничтожил, но смотрите, какой титанизм, какой размах действий. Да нет, человек абсолютно заурядный. Да. К Ленину вот этому, да, нашему, это относится с полным основанием для этого. Да. Ну нет там ничего. Ну почитайте вы Черчилля. Да, почитайте его мемуары, его статьи, его интервью. Ну, слушайте, не так уж редко это прям пир духа. А этот скудный стилек, да, вся эта неказистость, вся эта высушенность, сухость мысли, да, ее примитивность, да, повторение одного и того же, вдалбливание и все такое. Ну страшно заурядная фигура, да. Повторюсь. События грандиозные в своем разрушении. Давайте отличать деятелей, да, от масштаба. Тем более, что масштаб происходящего – это масштаб разрушения, катастрофы и гибели. Так что вот уж о чем надо нам как следует забыть, так это не просто о том, что он был выдающимся деятелем или великим, а забыть вообще эту дискуссию. Здесь надо как-то все-таки договориться. Очень заурядный человек в очень незаурядных обстоятельствах. Дальше этого начинается болтовня, дальше начинаются уступки, дальше начинается апология и оправдание разрушений, зла, ничто, смерти.